В Алматы стартовал традиционный ежегодный турнир по грэпплингу «Айга». Это одна из разновидностей борьбы, при которой во время поединка между двумя соперниками приоритет отдается применению техники захватов. В Казахстане данный вид спорта пользуется популярностью, работает Федерация грэпплинга. В открывшемся сегодня турнире участвуют почти 800 спортсменов из России, Кыргызстана, Таджикистана, а также практически из всех регионов нашей страны. Также в рамках турнира проводятся соревнования по детскому грэпплингу. Примечательно, что казахстанские мастера успешно выступают на международных соревнованиях. 2 года назад в Стамбуле они заняли призовые места в общекомандном зачете. В этом году в Польше пройдут чемпионаты мира и Азии. В них будут участвовать призеры национального турнира. Мы можем сказать, что грэпплинг в Казахстане развивается очень хорошо. Грэпплинг «Айга» является очень популярным видом спорта. И если смотреть по статистике, то в этом году уже более 7 тысяч человек занимается этим видом спорта. На наши турниры к нам спортсмены регистрируются более чем 1000 человек. Но сейчас достаточно много турниров по всему Казахстану. Это говорит о том, что растет интерес к этому виду спорта. И мы надеемся, что он и будет продолжать расти.